Здорово, парни. Вчера проводил такой тест, бегал 4 часа с калашом и 4 часа с эмками. Калаш, я думаю, топовая сборка, там новая ручка, новый приклад, по характеристикам который вроде как лучше, чем все остальное. Эмки, типичные эмки сборки, практически такие же, как в предыдущем вайпе. В общем, хотелось выявить, есть ли все-таки жизнь у калаша, с каким оружием более уверенно проходят рейды и ПВП. Пишите комменты, что вы думаете насчет калашей эмок в Таркове. И если вдруг ролик понравится, можете поставить лайк, подписаться. Приятного просмотра. Снаружи кто-то. Откуда? А, железка, железка у меня. Минус. Умер не сразу. Летит он мне одним выстрелом, 30 единиц брони снял с лики. Ты что у него там? Дядя, блин, я спустился на первый, на улицу. Окей, я функ пустая. Вот за всех пущешь пройти. А чего он тебе так шатал? Мне вот тоже интересно посмотреть. Откуда, как я лучше только? Сверху, снизу? БПХ что ли такая? Второй поднимаюсь. Блять, нет, это не БПХ. Погоди секунду, чем ты мне дал так сильно? Я же ремонтировал броню. БС-ка? Кирить. Может быть не одна? Может не одна тогда. Он кого-то убил. В туалет, может быть бот. И вышел потом на меня сразу. Я прям в туалете. Болфуас? Да. Ты уже прокидываешь? Ушла. У меня тоже ушла. На кухне. На кухне на первом пристрою. Убил. Все. А второго ты убил? Да, да. Очень долго он умирал, блин, в каком-то говне. Четвертый класс, да. Вижу сюда. Значит, он в подвале, вероятно. Крутится на месте в подвале. Убил? Убил. Блин, БС-ки что-то плохо себя вообще показывают. Не знаю, меня тип сдул просто, говорю, с трех БС-ок вот. Ну здорово у него регает, значит. Потому что вот такие двоечники в четвертом классе впитывают до хера и чуть не убивают меня, пока их расстреливаю. И железо. Да, я вот. Слева от тайфуна. Дал ему хиты. Пикает. Убил. Пусть, да? Бот убивал. Да, РПКшек. Вот она стреляла. Да. Да, ходит. Я налево. Нас. Да. Еще? Или ты хочешь там? Я хожу. Бамблби. Да. Автоботы убили. Автоботы. В атаку, бля. Это ж никого. Нет, у меня был на третьем. Убил? Убил? Да. Я к тебе поднялся. Угу. С чем он? Сайга. Убил.
меня пушит уже. Понятно. На не было меченки. В голову настрелял, чел. О, не порегало, походу. Видели, я просто прифайером зажал ему на уровне головы. Видели? Опять та самая система. Попадаю в руку, моделька поднимается вверх, голова, то есть, уходит, и он просто выживает. Или мы с ним размениваемся, короче, я не знаю. Ну да, размениваемся. Но он просто должен был умирать, понимаете? Уже на третьем, что ли? Ага. Ау. А без СМС-ки. Чат, как мы это допустили? Ладно я, чат, а вы-то как это допустили? Там еще один справа на ступеньках. Готовы? Он не готов. Бля, вот ЧВК перебегает. Можно не застревать? Апарис, что ли? Ну, не такой просто. Маленький левел. Там за стадо бегает, вы слышали? ЧВК? Может это его соклановцы? Один тут слева стоит, один справа. А нет, не соклановцы, вообще левые типы. Так, у тебя гранаты есть, друг? Против я полутаю вашего товарища. Граната, чел. О, еще один ДТ. Не убивайте меня, пожалуйста, товарищи кемперы. Ай, стаминов нету. Что, сидит крыса все это время? Серьезно?
ДТшник, скорее всего, сидел. КС-23, блядь. Это, я понимаю, оружие просто профессионала, блин. Один выстрел, я почти минус. Мразота! Бля, кто-то еще бежит. С той стороны крадется. Оружие скидывает. Двое, блядь. Что? Огребаешь! Свистни в хуй, ща тебе пизда придёт! Тебе пизда, ты понял? Блять, в смысле ты заклинила? Капец, там толпа еще бежит. Увидел его в темноте. Бля. О, есть, есть, есть. Куда-то он там запрыгнул. Не урчи, подумаешь, голову чуть-чуть попали. Куда он там слева мог запрыгнуть? Или он там где-то прыгает, наверху, блин? Ну все, блядь, ты огребаешь! Паскуда! Ты топаешь как слон. В смысле ты знаешь про меня? А, и он тут тоже по мне через стену стреляет. Понял, все. Понравилось? Где второй-то? Сука.
Что это за чел был такой? Классик. Так, сюда. Посмотрим, что ты там притащил. Но тут эти трассеры, блин. Их вообще нет смысла брать. Магазины тоже стоят по 20 тысяч, в принципе, копейки. А где он ходит? Lay down your weapons and give up! Не хочет сдаваться. Все понял, вот тут он. Походу один. Серьезно? Я попробую. Мне интересно. Просто они же не... Там мешок не зря этот поставили. То есть они считают, что они этот баг исправили. Пойдем проверим. Если что, потом баг-репорт просто отправим. Мы же тестеры, правильно? Тестеры. Мы должны что делать? Тестить. Ха-ха, работает, блядь. Надо, короче, отправить. Баг-репорт. Не помог этот мешок с палетом, который они поставили. Блин, забавная херня. Но не делайте так, чё. Хорошо? Договорились? Чисто научный интерес. Вы видите это? Спасибо, я заберу. В смысле, а что там такого нашел чел, что он выкинул вот эту штуку, которая за 120 стоит? Я думал, это как приманка там лежит, типа я возьму, он меня убьет такой. Игоподобно, просто лежит. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.